особенность предстоящего события в том, что одновременно происходит со съездом и конгресс. Съезд урологов раз в 5 лет, он по уставу так положен. Конгресс у нас проводится ежегодно. И, соответственно, съезд урологов предусматривает обязательно отчет, разумеется, председателя Российского общества урологов и президиума и правления Российского общества урологов. А конгресс предусматривает обсуждение научной тематики или нескольких научных тематик. У нас предусмотрена основная тематика, самая главная тематика, которая будет превалировать именно над всеми остальными. Но прежде всего для России, конечно, это оценить ляпароскопические пособия при урологических заболеваниях. Поскольку, соответственно, эти ляпароскопические пособия все больше и больше внедряются в нашей стране, и, соответственно, они требуют анализа, и в большей степени анализ требует осложнения этих пособий. А именно анализ осложнений позволит делать подобные методики, ну, так будем говорить, наиболее практически важными, практически необходимыми. Глубоко уважаемые коллеги, я буду рад видеть вас на конгрессе и на съезде урологов.